Привет, Серега. Как дела? Как торговля-то идет? Да плохо, Василий Степанович. Вы посмотрите, какие арбузы привезли. На 2 штук один хороший спелый. Ну, один-то хороший есть? Есть. Ну-ка, давай его сюда. Что вы делаете? Учись, Серега. Василий Степанович, но ведь это же обман. Ведь продавец, он же друг покупателя. И главное, не план, а чтобы люди были довольны. Кто это тебе сказал? А это на школе продавцов учили. Ай, Серега, ну ты ешь, ешь. То, чему вас в этой школе учили, это все теория. А практика... это совсем другое. We'll be right back.